у нас урожай. Мама дорогая, слушай, как-то они мгновенно выросли. Вроде их не было, да, Дань? Ничего себе. Слушайте, огроменный, Дань, только не трогай, ради бога. Смотрите. Я один раз на них упал. Ага. Ужас. Ну и грибочки из бочки. У соседей мандарины пропадают, надо им помогать срочно. Пойдем. Пошли, Данюш. Сейчас на кассе пробиваю. Смотрите, какая бабушка стильная. Не показываю лица, но уже ей достаточно много лет. Смотрите, вся в розовом. Она на кресле передвигалась по магазину. Я наблюдала, как она покупает, выбирает все. То есть она по магазину на кресле ходит. Я сейчас собрала последние заказы в Россе. На самом деле выбор очень скудный. Я уже для себя на своей практике поняла. Вот где-то в районе августа, конец августа, сентябрь. Могу уже ошибаться. И вот январь-февраль месяц, то есть это два раза в год, когда магазины скидывают все остатки свои и еще не привозят новые коллекции. То есть на самом деле выбор очень маленький, витрины полупустые. Я делала здесь фотографии вот 3-4 дня назад. С этого момента много всего разобрали, но ничего не добавила. Сейчас вот собрала совсем чуть-чуть. Вот свитер, например, кстати, $8.50. Цена. Вот сумочка классная Карл, $30. Такие, знаете, как варианты, пляжные, походные, летние. Вот, супер. А я сейчас пойду в другой магазин. Я теперь приехала на второй этаж магазина Burlington. Тоже я уже здесь делала фотографии. Здесь на самом деле очень похожая ситуация. Товара много, видите, вот полные стойки. Но стоящего, чтобы вот нам бы реально было бы интересно, да, очень маленький выбор. Очень маленький выбор женской одежды, футболок каких-то. То есть, в принципе, в основном я обращаю внимание на бренды. Их выбор очень маленький. Но зато много детской одежды. Сейчас покажу детской верхней одежды. Вот. Целая стойка. Это только здесь буквально 3 размера, по-моему, висит. Hilfiger. Это, кстати, в Костко эти же куртки продаются 35. Levi's курточки. Очень нравится. У Дани такая куртка, наверное, вы видели в видео. Это такая прохладная осень, либо зима, я не знаю, минус 5, активная. $30 всего лишь такая. Calvin Klein на подростков курточка. $39.99. Но обычная цена $100, 110. Еще Levi's, это уже как такая утепленная. $30. Осень. Точно осень. Вот. Вот Данина, по-моему, курточка похожа. $25. У них какие-то цены $30, $25. Это на девчонку сюда замешалась. DKNY. $20. Да, правильно я хотела сказать. Такая еще Levi's. Кстати, интересно, вот как жилеточка. Мне очень нравятся подобные куртки. Мне кажется, это и удобно. На лето даже классно. То есть, как бы толстовка и сверху жилетка. $30 такая. И она с капюшоном. Вот, кстати, еще Levi's как жилеточка на мальчишек. $30. Я сейчас пришла в магазин Gap. Здесь, в общем-то, такие относительно интересные акции в том плане, что вот, например, футболки, да, они все минус 50%, это мужские. И еще у них акция плюсом, покупаешь одну, вторая еще 50%. То есть мужские я не считала, а женские получаются $18 за две футболки, это совсем неплохо. И вот на эти худи, штаны минус 20% только бывает и больше, но опять же акция... При покупке любых вещей с лого получается еще дополнительно минус 50% на вторую вещь. И получается у них средняя цена вот этих вот $50 минус 20%, да, получается 40. А штаны, смотрите, у них 40% скидка. Цена штанов тоже $50 минус 40%. Сколько там? 30 получается. И еще пополам 50%, то есть $15. Итого $55 костюм будет стоить. А без молнии они должны быть дешевле. Давайте посмотрим, сколько. Если с молнией 50, то без молнии $40. То есть минус 20%.
Можно, например, две толстовки взять, да, одна будет -20%, а вторая от полученной -20% еще половина. Брючки классные, $50. Ассортимент небольшой, все сегодня снимать не буду, но в женском отделе есть распродажи, там даже такие спортивные платья по $7 выходят, представляете? А костюмы, единственное, размер очень сложно подобрать, и маленький, $25 костюм женский верх-низ выходит. И, кстати, вот эти вот еще интересно, что вот эти толстовочки, вот, Gap, они на клиренсе, и у них скидка, в общем, они выходят $12. Вот такая мужская толстовка Gap. Заключительный у меня шопинг на сегодня в TJ Maxx. Здесь, собственно говоря, практически та же самая ситуация. Ассортимент очень маленький. Мало всего. Мало чего-то такого интересного. Хотя вот я смотрю, с момента, когда я делала фото, уже здесь немножко стало побольше всего. Juicy Couture рюкзаки $25. Michael Kors сумочки $130. Разные модельки. Что здесь еще? Ой, вот шопер красивый. $130. Мне вот очень нравится такая расцветочка. Так, сейчас попробуем посмотреть, что внутри. Тут, видите, они все прицеплены. Мне открыть. Вот так выглядит внутри. Большая, достаточно вместительная сумочка. Это классическая абсолютно модель, по-моему. У нее вот тут вот будет висеть висюлька, но ее тоже закрепили. То есть вот она примерно вот до этого места. Кстати, еще интересная модель. Это, наверное, для документов такая офисная сумка. Думаю, что это натуральная кожа должно быть. Все, $328. Цена, опять же, еще, мне кажется, из стареньких. $129. Вот так выглядит. Вау, Карл Лагерфельд. Карл Лагерфельд, правильно, каждый раз я поправляюсь, привыкла уже говорить не так. $60. Сумочка тоже, она вместительная, большая для документов. И DKNY сумка, $50. Прям стоечка такая с сумками Guess, $30. Кошелечек, даже два, странно. Первый раз вижу, чтобы было два, ну два так два. Для карточек, наверное. Один для карточек, один для мелочи можно. В розовом цвете такая же. У нее большой все идет в комплекте. $40. И черные сумочки. Здесь какие-то распродажи. $30. Я думаю, что эта сумка натуральная кожа. Но у нее, видите, дефект. Какие-то повреждения. Или просто она испачкана. Не знаю. Такая. Особенно по нашу душу. Все, что было, мы все собрали. Обязательно выйдет видео. $17 Кельвин Кляйн. Обязательно выйдет видео. Я когда сейчас буду разбирать заказы, покажу вам, что мы купили. $25. Выборочно, рандомно буду брать. И что-то для вас сниму. $25 кардиганчик. Это как бы ноунейм, да? Ноунейм, многие спрашивают, это имеется в виду, что малоизвестный мне, нам бренд. Понятно, что не для всех это имеется в виду, но тем не менее. Ну, кстати, вот эта именно марка, она постоянно здесь попадается, $20. Вот кофточки. Симпатичная. $24. Много свитеров сейчас, естественно, это все сезонное. French Connection. Размер M. Вот такая моделька. Видите, как интересно, можно завернуть рукава. Мне кажется, красивый свитерок. Вот, Michael Kors, $25. Размер M. Очень красивый такой красно-коралловый цвет. И, наверное, все. Кстати, водолазочка Кельвин Кляйн, размер М, $25. И еще вот такая худи Кельвин Кляйн, $25.
на кассу мимо всяких красот. Расчески. Кстати, очень классные расчески. Я себе взяла такую, мягкая, и ни волосы не рвет. И здесь даже щетины есть. Здорово. Вот эти обычные. У них очень мягкие зубчики. И я много слышала хороших отзывов, реклама хорошая. Здесь эти щетки 4,99, 5 долларов стоят. На Амазоне они гораздо дешевле, дороже. Дороже, конечно же. И многие блогеры прям их рекламируют, хвалят. А всегда в TJ Maxx можно купить классные туалетные воды и по супер ценам. Это Britney Spears 14 долларов. Это я не знаю, честно говоря. А вот вчера здесь было Calvin Klein Obsession 32 доллара. Какие-то... Слушайте, вчера здесь была или позавчера Versace. Уже, конечно, забрали. Хотя было два тюбика. 50, Versace было 50 долларов 50 миллилитров. Dolce & Gabbana Light Blue 50 миллилитров 60 долларов. Это, кстати, недешево. Да, наверное, разобрали. Michael Kors 30 долларов. Все, я собрала остаточки. Остатки сладкие. Немного, на самом деле, сегодня, потому что уже, по-моему, это у меня третий заход был в магазин. Чуть-чуть. Кстати, смотрите, какую я себе штуку классную нашла. Я ни разу не пробовала, но я постоянно искала. Это набор для бровей. Вот такая чудная линейка. Не знаю, нужна ли она мне будет, неважно. Но я вообще купила вот из-за этого карандаша. Нюдовый. Знаете, осветлять, точечно осветлять под, под бровями, в уголках глаз и так далее. Нужная классная штука. В общем, этот набор стоил 6 долларов. Не знаю. То есть, такие карандаши, они в люкс-маркете от 20 долларов и выше стоят. А я не знаю, надо ли мне, буду ли я этим пользоваться, подойдет ли мне это вообще. Потому что как-то нас раньше учили, что карандаш должен быть светлым, матовым. А этот, видите, такой розовый. В общем, не знаю, это карандаш для бровей. Как будет работать, тоже не могу ничего сказать. Но, например, у меня сейчас закончился карандаш, который Urban Decay, по-моему, для бровей. Что стоил он что-то тоже 20 долларов. Я, честно говоря, не поняла вообще цены. Белый карандаш. Посмотрим, тоже проверим. Что мне понравилось, что здесь есть точилка. Причем, вы знаете, точилка такая металлическая, конкретная, не пластмассовая. Надеюсь, она будет хорошо точить. Ну и кисточка для бровей 101. Мне она, честно говоря, не особенно и нужна. Но здесь все шло в этом наборе за 5,99. Мне кажется, неплохо. И я думаю, что здесь вот как раз инструкция, как пользоваться этой линеечкой. Как этим всем пользоваться. Посмотрим. Может быть, потом расскажу, поделюсь. У нас сегодня очень тепло. Перехожу через дорогу. Но вот как-то, даже я не сказала бы пасмурно, но солнышко закрыто облаками. Но очень тепло. Вот я сейчас, вот беда-беда, верите, нет. Вот мне в кроссовках жарко. Я мучаюсь. Я не знаю, как здесь люди ходят в угах. У меня машина полная, там гэп выкуплен. Вот я в кроссовках мучаюсь, мне вообще какую-то открытую обувь по магазинам ходить. Но и в то же время сейчас в сандалиях как бы холодно. В кроссовках жарко, в сандалиях холодно, спасите меня. Что делать, я не знаю. И вообще тепло. То есть сейчас вот я в кофте с рукавом длинным, окей. Я думаю, что если бы я сейчас была бы с футболкой, ничего, было бы тоже нормально. Деревья все, посмотрите, лысенькие. То есть у нас осень затяжная полным ходом. Надеюсь, скоро начнется весна. Машинка USPS привезла что-то. Вот так посылочки наши, заказики едут. А я сейчас стою в очереди. Забирала из фотоцентра фотографию нашу с Нового года. Мне одна наша подписчица написала в личку, которая здесь живет в США, о том, что есть на Фейсбуке еще помимо всех там групп Marshalls, Костка и так далее, что есть группа купонинг по-русски. Если вам интересно, вы можете загуглить купонинг по-русски на Фейсбуке. И, в общем, там очень много интересных предложений. Я подписалась. Я еще не успеваю все до конца просматривать и вникать, что да как.
один из топиков, буквально первый попавшийся, было о том, что в сети аптек Walgreens, я сейчас покажу, как это снаружи выглядит, у них можно на сайте онлайн распечатать, заказать большую фотографию. И у них большая фотография стоит, она, по-моему, что-то там $12-14, а у них скидка идет. И это можно сделать за $2. То есть вы представляете, я за $2 распечатала нашу новогоднюю фотографию. Мы были на Тахо, когда я увидела эту информацию. У меня не было времени выбирать, смотреть, подбирать. И я тем более не очень верила вообще во всю эту реальную акцию. Вы представляете, вот эту фотографию я заказала за $2. То есть я ее заказала онлайн. Где-то мы там были в пути дороги. И вот только что я оплатила. Чек мой $2.18, это с налогом, то есть $2 за саму фотографию, это просто вообще смешные копейки. Обычная цена у них там $12-14, так мне еще, посмотрите, дали $5 возврат, если я куплю что-то на $15 или больше. Но они, конечно, разводят, так сказать, классно, мне сразу захотелось потратить эти купон на $5. Но я сейчас, конечно, не буду этого делать, мне некогда, надо будет домой бежать. Меня уже ждут мои мальчишки. Но здесь вообще много всего, все классное, фирмы разные, то есть здесь много аптечной косметики. Во всяком случае, раньше было. Что-то я сейчас не вижу или не там смотрю. То есть La Roche-Posay вот эти, или может быть в CVS еще фармаси, ветка другая, сеть аптечная, может быть у них там было. Ладно, пойду я, мне все равно сейчас пока ничего не нужно. Здесь же, кстати, тестеры разные бывают, бесплатные пробники. Кстати, номер 7, вот эта вот косметика считается неплохой. $10. Это какой-то крем для рук. Сразу такая, надо, уходим, Настя. Коллаген. Кстати, я бы такой покупала, пробовала, вкусный. Наверное, будет следующая моя покупка. А вот этот у нас в Костко продается в больших банках. Тоже надо будет. Вот это вот просто у него тропические травы, да, вкус. Тропический гибискус. Такой он сладенький. А вот это, наверное, безвкусный просто. Мне, наверное, ближе будет безвкусный. Посмотрим. Обалдеть. Вы посмотрите. Вот это цены. TJ Maxx рулит. Хотя тут немножко другой набор, но $20. Я вам покажу обязательно в разборе покупок. Постараюсь. Мы сейчас в TJ Maxx вот эти наборы кистей покупали по $6. $5.99. Вот один набор был. Вот считайте, он 25%. Процентов скидка, то есть $15 здесь 5 предметов, да, а мы покупали 4 предмета за $6. И вот такой же набор еще с кистями для глаз. Я, честно говоря, сейчас так сходу не скажу, но пускай там будет 5, да, 6, пускай будет 5 кистей, а здесь 8, $6. Короче, цена реально больше, чем в 2 раза вообще разница. Вот я и аптечную косметику увидела. Я почему хотела посмотреть, потому что сравнить цены в России на аптечную косметику и здесь, потому что все-таки это европейская, и, конечно, она здесь тоже не дешевая. Авена. Даже вот так вот сходу у меня ничего знакомого нет. Вот если кому-то интересно, может быть, кто-то пользуется этой косметикой, сделайте скрин и скажете... $35, да, крем какой-то питательный. Интересно, сколько в России, а сколько здесь. Пальмы высоченные наши. Классные. Небо. Вот я вам только что снимала, да, небо было такое суровое. Вот как домик, да, высотка, многоэтажка, как в России. Быстро приблизила. Очень похож дом. Вот Walgreens. Я вот про такую вот аптеку. Здесь есть все. И, кстати, здесь есть и спиртные напитки. Это не только аптека. Здесь все можно купить от средств личной гигиены, косметики, игрушки, фото напечатать, лекарства купить и так далее.